Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Ксеркс. Ксеркс, царь Персии, 485-465 годы до нашей эры, сын Дария. Ксеркс снарядил огромный флот и армию, чтобы отомстить за поражение, нанесенное его отцу греками в Марафонской битве. Он пересек Гелеспонт по понтонному мосту и вторгся в Грецию. Его войска прорвались через проход у Фермопил и разрушили Афины. Но когда флот Ксеркса потерпел поражение при Саламине, он вынужден был начать отступление. А смерть военачальника Мардония и последующие победы греков положили конец посягательствам Ксеркса и решили его собственную судьбу. Он погиб от рук заговорщиков. Он царь Артексеркс, книги Эсфири Ветхого Завета. Геродот упоминает несколько колоритных деталей о Ксерксе, к которым часто обращались поздние классические писатели. Его вера сны, его наказание штормливого Гелеспонта розгами, позже символ бессильной ярости, украшение им золотом платана возле Сардиса, показавшееся ему особенно прекрасным, его изумление, когда он узнал, что греки соревнуются на своих играх всего лишь за лавровый венок, его слезы о краткости человеческой жизни при виде выстроенной армии и то, как он наблюдал с берега свое поражение при Саламине, о чем напомнил Байрон. Царь, сидящий на скалистом выступе, глядит на рожденный морем Саламин, и корабли, их тысячи под ним, и люди всех языков, все это его, он счел их с наступлением дня, а солнце село, где они теперь? Ну, так вкратце о Ксерксе, царе Персии. Пока-пока, до свидания.